Короче, ребят, пью кофе. Да, кофе пью. Такое солнышко. Кошка Маня кушает. Небо, смотрите, какое. Шикарно, да? Собираюсь в это, в клинику. Поликлинику. Посмотрит мою ногу, что скажет. Смотрите, какое небо прям. Просто классно. Просто классно небо. Видите? Видите? Просто классно. И шикарно. Короче, пришел я. Сейчас переоденусь, поговорим. Вот я переоделся, девочки-мальчики. Купил, кстати, знаете, две лепешки за свои деньги. За свои деньги. Смотрите, какие красивые. Маня тут. Видите, какая красота. Я люблю такая. Ой, смотрите, какая. Мы потом пиццу сделаем. У меня две лепешки тут такие горячие. Маня тут, а вон кошечка моя. Вот. Не ел. Надо потом поесть, девочки, мальчики. Потом поем. Были вопросы, ой, были комментарии там некоторые, да? Пишут, что, ну там анекдот такой был, да? И пишут, чтобы типа деньги иметь, да, надо идти работать, ну. Я удивляюсь таким людям. Просто удивляюсь. У вас денег как будто... То есть, вот смотрите. Некоторые тоже снимают видео, да? И типа того, ребят. Типа того. Блин, неправильно. Седой весь. От нервов, наверное. Говорят, иди, типа, работай. Я бы, конечно, бы хорошо бы, да? Говорят, вот, ну... Говорит, иди работай. Ну, иди вот работай, чтобы кофе зарабатывать. Маня, а тебе тоже, наверное, скажут, ну, иди, скажут, работай, Маня, чтобы вискас заработать, да, Маня? А то, понимаешь, они же все такие умные, ну, понимаешь, да, Маня? Ну, она даже отвернулась. Ну, чтобы не слушать вот этот бред, вот такой, непонятный вы какой, да, девочки-мальчики? А не понимают мой юмор некоторые, не понимают это, вот я вот просто удивляюсь насчет вот этого, да? Либо вы сами очень непонятно как, а вы-то как зарабатываете, вы работаете или что? Или на вас муж это денег тратит? А? Я работаю, ногти по половину, ну, по 50 сантиметров сделала и сижу. Ну, губы дую. Да. Ладно, девочки, мальчики. Вот такой вот маленький кадрик. Да. Денег у вас никто не просит. Я тем более не прошу. Ни у кого из вас. Короче, в парке гуляю. Я гуляю в парке, центральном. Короче. Вот так вот, домики такие. Сейчас вам покажу. Давно я тут не был. Работает. Надо днем. Да, девочки, мальчики, надо днем ходить. Ага. Тут тоже кататься можно. Видишь, паровозик. О,
Смотрите, театр у нас. Музыкальный. Тут уже готовят к Новому году все. Да, снежинки. Видишь, там спектакли. Давно я не был в нашем театре. 7 часов. Есть что такое? А? Музыкальный театр. Видишь? Красиво. Пойдемте туда посмотрим. Там снежинки, вот все. Снежинки были. Короче говоря. О! Тут можно пройтись. Ну, по-другому, по-другому, ребят, по-другому. Сейчас мы. А где ж елка-то будет, ребят? Интересно просто. Там вот снежиночка. Тут уже, видите? К Новому году готовится. Красота. Короче, вот так вот. А интересно, где елка будет, ребята? Елка, 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 где будет? Девочки, мальчики. Елка, по-моему, там будет. Слушайте, ребят. Вот. Снежинки. Шикарно. Вот. Видишь, как она? Они залили. Шикарно. Это там светиться будет. Тут вообще-то вот там. Шикарно, да? Видишь, как красиво. Шикарно. Пойдемте дальше. Так вот, сверкать будет. Видите, шикарно. Шикарно. Пойдемте дальше. Привет, друзья мои. Здравствуйте. Смотрите, у нас такая красота. Каток. Каток делают, короче. Там, наверное, поставим. О, там новый этот. Красота. И вон там вот тоже. Такие парни будут. О, новые, новые девочки, мальчики. Пойдемте граффити покажу. По-моему, граффити работает. Да, я там потом покажу вам другое видео. Смотрите. Смотрите, ребят. Граффити какая. Шикарно, да? А это я не знаю, что такое. Короче, вот. Вот такая вот граффити. Граффити вот такая. Граффити. А тут... А, не, вот тут он было. Показывал. Да, девочки, мальчики, вот такая. Вот он. Котики.
изнутри. Шикарно, да? Вот она такая граффити. И вот она, смотрите. Котик такой. Смотри, шикарно, да? Шикарно. Вот такая вот. О, крутяк. Да? Скоро... Вы чего, смотрите. Красота. О. Так. Народу. Смотри, да. Вот оперный. Девочки, мальчики. Вот он вот такой оперный. Тут раньше этот гастроном был, ребят, гастроном. Там все эти были. Это вот наш новосибирский. Короче, сейчас я вам покажу елочку нашу. В прошлом году елочка в другом месте была. Я не знаю, что сегодня дают. Какой этот спектакль. Пока еще, девочки, мальчики, это вот наш оперный. Большие такие эти. Шикарные. Эти, ой. Я специально сюда приехал. Девочки, мальчики, чтобы показать вам такую красоту. Там елочки, но еще пока еще не все сделано. Видите, как? Такая красота. И звезда. Девушки, идет. Уйдите, пожалуйста, за ограждение. Еще монтаж. Все, пошли дальше. Такая, смотри, еще монтаж, ребят. Вот, видишь, там еще монтируют. Еще пока не включают. Вот так вот, ребят. Вот, видишь. Я думаю, что трали-вали, чили-пили, да? Так вот, видишь, красота какая. Какая красота. Елочка одна. Да, ребята? Что у нас сегодня дают? У нас сегодня так. Золушка, Щелкунчик и конек Горбунек. Такая елочка, ребят. Вот красивая такая. Ладно, пойдем. Ребят, пойдем. Еще монтирую. А это. Что, ребята, мы елка, вон она. Это оперный театр наш. Видите, какой красивый. Подсветочка такая. Шикарно светит. Вот. Елочка, метелочка. Да. Короче говоря, скользко, конечно, но я так стараюсь, мне там доктор, блин, говорит, меньше ходить надо по значным местам. Ну, видишь, театр наш, вон там елочки, вот у нас это, короче, 7 часов. Наш оперный театр. Шикарно, да? Красиво. Ой. Давно я тут не был, ребят. Вон там вон часы. Вот такая.
так вот. Как это видишь, шикардосно получилось. Скользко, конечно, но время-то... Вот это вот аллея, ребят, это аллея. Вот, эти тут цветут, ой, ну, деревья. Вот у нас, видишь, как хорошо. Видишь, красотенечно. Пошли. Троевали. Да, тут богачи, короче. Приехали эти. Вон, видите, какие люстры прям. Вот, смотрите, прям. Люстры такие большие. Шикарно. Блин, я в театре уже столько лет не был. Вон, видишь, столько лет не был в театре. Видишь, какие люстры там. Ладно, пойдемте. Я что-нибудь еще вам покажу. Вот елочка такая. Шикарно. Да. Во. Троевали. Ладно, пойдем. Будут висеть. Вон там. Пока монтаж идет.